Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls. Что-то я совсем оговариваюсь уже, шестая серия за сегодня. Короче говоря, мы находимся в Анерлонде, и тут нам не рады. Тут нам совсем не рады. Мало того, что в последней серии в конце нас убил темный фантом, просто ввиду того, что я не знал, что у него какой-то прокачанный лук, он меня, несмотря на то, что я с полной выносливостью ставил блоки, откинул на метр, и я свалился вниз. Чисто по незнанию, так сказать. Мало этого, так тут еще и монстры не самые неприятные. И кроме того, пробираться к ним приходится по очень узеньким дорожкам, где упасть за нифиг делать. Так что здесь нужно быть крайне осторожным. Конечно, здесь я пока не вижу такого геморроя, как, скажем, в Zen's Fortress, но все равно довольно-таки сложно. Так, тут дорога. Довольно странное решение разработчиков, надо сказать. Очень неочевидная вещь. И она, судя по всему, обязательная к прохождению, эта локация. Поэтому мы как-то должны догадаться, что нам нужно перейти сюда. И вот как вы догадаетесь без советов игроков, что вам нужно по этой шняге забираться вон туда наверх? Это, по-моему, не очень очевидная вещь. Так, последний раз я тут чуть не шваркнулся. В этот раз все получше получилось. Так, враг спереди, да я знаю. Сейчас сверху спрыгнет. Давай. Давай, брат. Давай. Оп! Несчастный. Да, копье, конечно, прекрасное. Так, что дашь? Метательные ножики свои? Ну да. Уф, ну и полезли. Последний раз мы погибли вон там. То есть фантом вот отсюда нас шиб с помощью своего какого-то мега-лука. Видимо, мы такой же попозже найдем. Если найдем, конечно, в этой игре слишком много секретов, чтобы знать их все. Так, наши души. Ты посмотри. Эквилибристика натуральная. Да ты что ж твою мать делаешь, а? Да мне пофигу, у меня броня хорошая. Так, метательный ножик, теперь можешь идти вниз. Блин, он сквозь текстуру провалился. Печально. Так, и дальше я пока еще не заходил. Вот здесь мне сказали, что пришел темный фантом. Темный фантом меня наказывает за мою скотскую натуру, то, что я убиваю всех положительных персонажей в данной игре. Но... Ладно, чего уж поделаешь. Тупица. И в прошлый раз, и в этот раз враги меня выиграли не за счет умения, а за счет подлости. То есть я был в очень уж... Что вы делаете вообще, мать ваша? В очень уж невыгодном положении был. И у меня не было иного выхода, кроме как умереть. Что в Zen's Fortress там... находился на узкой дорожке, что здесь. И кроме того, меня еще там стреляла змеюка. Так, я чувствую босса. Хотя нет, мы же с той стороны это здание видели, так что мы просто на выход пойдем. Но как бы там ни было. Чармер? Зачаровщик, что ли, какой-то? Да, блин. Вот в чем недостаток данного типа оружия, то, что оно бьет по горизонтали только. У катаны с этим попроще было. Так, хорошо. Пока что довольно просто. С
смерть спереди. Ну, то есть, если туда попрешь, что ли? Ну, так-то да. Тупик. Да, похоже на то. Так, ну здесь очевидно, что я упаду и разобьюсь. Похоже, тут ничего нет. Может, что и есть, но спрятано очень хорошо. Ладно, не знаю, какой зачаровщик тут был. Я никого не нашел. Так. Устройство не двигается. Офигеть, это под пальцы, что ли, чьи-то? Нифига, у кого-то пальцы. Так, ладно. Опасайся лжеца. О, еще одна горгулья. Так, что это нам дает? Пора перестать нажимать на всякие непонятные вещи. А, я понял. Хорошо. То есть... Оп, блин, горгулья пришла опять. То есть мы теперь попадаем обратно, сможем пробраться к бонфайру. Да блин, прицел не работает. Второй раз цепанет, вот я знал, что так будет. Все, падай. Барды горгули, щит горгули, шлем горгули. Давайте посмотрим, что за щит. Шлем-то мы уже знаем. Щит 62. У него лучше защита против огня и молнии. Физические повреждения он полностью не гасит. Так что так себе щит. Так, ладно. У нас есть дорога. Куда наверх? Сюда вниз. Давайте вниз сходим. А вообще нужно сходить к бонфайру. Хотя зачем? У нас пока что всего хватает. Так, я, по-моему, понимаю, куда мы пришли. Опасная зона спереди. Не двигается. Ладно. Да, мы пошли в тот самый зал, только теперь мы снизу. Нужен предмет. Какой предмет? Бэкстеп не удался. Да, паришь уже. Так, хорошо. О, ребята, сколько вас тут. Вас желательно по одному вытягивать, я так понимаю. Потому что это будет ужасно. Особенно с этим оружием, которое по площадям не бьет. Только по одному конкретному. Может быть опасно. А что если опустить это здание, опять спуститься вниз? Ну то есть не здание, а этот лифт. Вот такой у меня вопрос. Ой, недолет. Ты живой еще, что ли? Ты посмотри, у него жизнь сколько осталось. Ну, давай. Ассасин.
Вы не сагритесь на меня? Сагрится. Хорош щит. Гасит все удары. Давай, иди ко мне. Да блин, ты какой-то упертый, а. Так. Оп, хорошо. Умер, нет? Умер. Ладно. Теперь, я думаю, мы можем посмотреть, что у нас здесь. Опять метательный нож. Нафиг он мне нужен? Так, брат, иди сюда. Давай поговорим с тобой, как мужчина с мужчиной. Слабак. Так, хорошо. Тут еще один сейчас. Блин, да вас тут дофига просто. Офигеть, сколько вас тут. Так, что-то с него выпадает. Блин, мое кольцо мне помогает. С них практически с каждого что-то выпадает. Вот сверху упал у нас. Так. Блин, что-то у вас так много, что я прям даже не знаю. Я думаю, штуки три таких это верная смерть. Окружат просто и короткими быстрыми ударами заломают. Неуважительно к своему соклановцу. Ты живой еще, что ли? Ну ладно, вроде нормально обошлось. Так, хорошо. Ух ты. Ну, я думаю, это совсем все тяжелое. Давайте посмотрим. Тяжелее. Да, вот у меня сейчас как черепаха буду бегать. Ну, выглядит, конечно. Да. Куль с дерьмом. Погоди, картина. Мне что-то говорили про картину. Ладно, сначала их убьем. Потом разберемся. Что ж такое? Вот пацаны вообще ничего не слышат. Так, ну чё, братан? Assassin's Creed переиграл, что ли? Я настолько тяжелый стал, что он даже не может остановить мои удары своими. Так, тут еще есть кто-нибудь? И сейчас мы будем разбираться с этой картиной. По-моему, говорили, что... помните, я куклу подобрал? Я не помню, правда, с кого. С бабочки, по-моему, что ли? Или нет? С кого-то я подобрал куклу. Мол, с этой куклой можно попасть в эту картину. Интересно, это так, нет? Магия. Магия, но совсем без надобности. Нет, этой броне совсем что-то никакущий. Так.
не подходит. Поэтому я и люблю сеты. Ну и так, в принципе, у меня неплохая защита. Так, что мне делать с этой картиной? Это та картина вообще, надеюсь. Да, это я угадал, это та картина. Ну что ж, спасибо за совет. Я бы точно до этого никогда не догадался. Ну то есть я случайно мог бы подойти к этой картине, с учетом того, что у меня кукла взята, но мы попали в нарисованный мир. Офигеть. Короче говоря, это можно понять только если случайно. А так, нарочно сюда попасть, только если конкретно знаешь, что вот нужна кукла, нужна картина. Гостям тут, похоже, не особо рады. Так, бонфайр, по крайней мере, уже хорошо. Надо бы его зажечь. У меня как раз одна человечность. А, мне понадобится еще одна. Так. Человечности у меня вполне нормальное количество. Поэтому... Так, превратиться в человека... И, собственно, зажечь данный костер. Я так понимаю, пока я не пройду все это место от начала до конца, я отсюда выбраться не смогу. Так что это наш основной бонфайр будет. О, ребят, это вы что ли? Если это вы, то это будет довольно просто. Нормально. Вот если их будет штук по 5 выбегать, конечно, это уже будет проблема, а так пока вообще ни о чем. С этой стороны не открывается. Понятно, значит будет срез к бонфайру откуда-то оттуда. Опасайся тупика. Вот тупик. Счастье. Какое нахрен счастье? Что тут счастливо в этой унылой картине? Там труп лежит, гниет. Счастье, полные штаны. Так. Подожди. Нет, показалось. Был прав. Человечность. Вот и человечность мне вернулась. Кстати говоря, я в человеческом облике, так что, скорее всего, опять какой-нибудь темный фантом придет наказывать меня за грешки. Ой-ой-ой, не в ту сторону, ой, не в ту сторону. Там еще третий шел, но пока что мы давай с тобой разберемся. Тихо, что за звуки там? Офигеть, это такие. Да, эти ребята что-то посложнее. Но все равно никакущий. Еще путь куда-то. Так, давайте сначала того убьем, а потом сюда сходим. Мне кажется, вот это вот... Да твою мать, не дышь.
Ой, они еще отравляют. Шары царя. Такие гарпии, что ли? Точно, смотри. Что-то совсем мало жизни отнимает эта штука. Ну ладно, давайте сюда сходим. Обоих сразу, отлично. Так, блин, там еще сколько тут этих тварей еще на крыше сидит. Душа, хорошо. Ой, ой, две сразу. Блин, да как мало я у них сношу, да как много они у меня сносят. Офигеть. Здесь, кстати говоря, я их вполне возможно издержу. Блин, какая пакость, это же кошмар какой. Так, а теперь с одной-то уже можно и там подраться, я думаю. И посмотрите, какая пакость, ёлы-палы. Ух так. Да вы издеваетесь, что ли? Офигеть. Так, будем знать, что они такое умеют. Ну ладно, они убиваемые тоже, но очень сложные твари. Ой, блин, давай. Сувенир какой-то собрал с ней. Так, все, тут больше ничего нет. Больше никто прилететь не хочет. Ох, сколько у вас тут. Раз, два. А там, смотрите. О, наверху, видите? Там, похоже, гнездо. Так, ладно, пофигу. Да уж, неприятные твари. Что есть, то есть. По одной еще как-то решаемо с ними, и то, если на голову напрыгнет, то это будет. Это будет плохо. А уж вдвоем. Так вообще кошмар. Ой, как тут темно. Куда я иду вообще? О, белая крыса. Лабораторная, что ли? Тоже подгнившая вся. Так, еще душа. Душ тут полно. Ладно, хоть защита моя спасает. Я думаю, если бы я не в этой броне был бы, то вот когда она начала меня клевать, то она меня полностью убила бы. Целиком, сразу. А так защита как-то еще помогла. Так, как мне туда попасть? Прыгнуть, что ли? Или сверху, может, откуда-то? Я думаю, это возможно. Ну-ка, давайте еще раз попробуем. Очень сложно в данной игре прыгать. Да, блин.
Вот не могли отдельную кнопку под прыжок отвести. И приходится два раза нажать. Да твою мать, да что ж такое? Два раза нажать кружок, при том, что ты его держишь. Да пошло нахрен оно все. Давай еще раз. А хрен допрыгнешь, по-моему. Возможно, это дразнилка. Да что-то, блин, великовато расстояние. Дразнилка, скорее всего, откуда-нибудь сверху просто спрыгнуть. Кстати говоря, сверху. Я же только что был на этой башенке. Ну-ка. Давайте-ка попробуем. Что у вас тут за ништячок лежит? Так, оно где-то вот тут, я так понимаю, да? Да. Да, точно, дразнилка была просто. Троллфейс. Что за пальчики? Нафига им нужны? Пальцы какие-то подобрал. Ну ладно, потом, наверное, выяснится, как с этой куклой, благодаря которой мы сюда и попали. Так, лучников не хватало еще. Ой, ёлы-палы. Ох так, подожди, 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 братин, подожди, тихо, тихо, тихо. Я пошутил. Надо пересмотреть свою тактику. Так, они сюда идут. Очень хорошо. Еще бы, конечно, он от того избавился. Ну ладно, мы сделаем вот так. Мы их вот тут встретим. Чего же мерзостные твари, а? Ой, блин, токсин. Неприятные твари. Будем знать. Вообще неприятное место. Офигеть, просто какое неприятное. Какая-то натуральная чумная территория. Ах, и чё? Ладно, хоть не в колено. Засада. Таких уж засад я не боюсь, конечно. Но все равно неприятно. Да, опять куда-то спрыгнуть можно, похоже. Или опять дразнилка очередная. Сломанный меч. Да посмотри, сколько она здоровья снимает. При том, что вскользь прошла. Офигеть просто. У меня уже 5 аптечек осталось. Ну, давай. Хорошо. Блин, темный призрак. А у меня 5 аптечек всего. Ой, ты еще. Ну, как обычно. Подожди, их 2 что ли пришло? Я что-то по никам не особо посмотрел. И вы еще лезете. Полный набор. Так, на тебя нафиг. Я, по-моему, видел, где там темный фантом шел. Откуда-то он оттуда. А вот он идет. Да, блин. С фантомами не везет мне. Скотобазы. Хоть писали бы, какого уровня.
чтобы у меня либо комплексы развивались, либо я понимал, что он гораздо сильнее меня был. Ну, по-моему, он примерно моего уровня был, просто меня ушатал. Как подонок. Так, ну что, пойдемте забирать, что наше. Блин, ты еще живой, что ли? Хорошо. Как задел? Или стрелой задели? Этим копьем хрен попадешь. Тихо. Так, с вами тоже все в порядке. По-моему, кто-то огнедышащий был еще. Если я ничего не путаю. Нет. Ну да ладно. Да что ж ты не попадаешь по нему? Так, отлично. Ну и этот, конечно, подонок идет. Гламурный. Так, хорошо. Еще один. Ай-яй-яй-яй. Да чего же неприятные твари? Сколько их тут, офигеть. Забираем свое. У нас, кстати говоря, на уровень хватит, нет? По-моему, не особо. Блин, тут не посмотришь. Так, а тут еще. Падай. Ага. Тоже не дурак. Просто так падать не будет. Так, тут у нас опять, что ли, какое-то прыгательное упражнение. Ну, знаете, да, как у меня с прыжками. Примерно вот так. Так, сейчас попробуем. Ну, там, по-моему, можно допрыгнуть, так что мы все-таки это сделаем сейчас. Еще бы ты, блин, спустился. Не нервировал меня. Твою мать. Мерзкие твари. Не столько сложные, сколько мерзкие. Самый неприятный тип противника. Потому что в данной игре, если тварь мерзкая, то она крайне мерзкая. Еще одно яичко. То есть желудь, который поможет нам избавиться от яичка. Если нас что-то заразит этим. Так, а куда это ведет? Ты откуда взялся-то? Ладно. А, подожди. Нет, мы тут не были. Хорошо. А ты у нас, интересно, притворюшка, нет? Нет. У-у-у.
костюм ассасина, да? Может, на нем какие-нибудь бонусы? Ой, защита вообще 3. Да, конечно, не ахти. Давайте побегаем, блин. Просто так, ради прикола. Вообще, что там у нас по времени? По времени у нас... О, ты посмотри, какой... Нет, это вообще порнография. По времени у нас, по идее, нужно возвращаться к Bonfire, да поднять уровень. Да, в принципе, заканчивать эту серию, наверное. И идти мне отдыхать. Потому что в этой серии опять... В последней серии на записи, как правило, всегда усталость сказывается. После отснятия 6 серий подряд. Так, а тут дворик такой... Не особо приятный. Короче говоря, лучше приступим со свежими силами, и вам будет интересно смотреть следующую серию. Но эту серию мне было вообще натурально интересно, она совершенно какая-то неожиданная. Я, конечно, знал, что я попаду в какой-то нарисованный мир, но чтобы он был такой, эти гаргульи, это, по-моему, прикольно. Так, а вообще, по идее, нам можно двигаться куда-то вон туда. Что у нас там? Там у нас бонфайра нету. А, ну тут, собственно, мы были. О, тут какая-то крепость, что ли. Блин, мне бы срез открыть. Потому что, по идее... А он не бонфайр, кстати. А, нет, это надпись просто. Ой, горгулья пришла. Может убить. По идее, где-то вон там открываются те ворота, которые закрыты с другой стороны. И тогда у нас будет неплохой такой спуск. Срез напрямую. Не знаю. Давайте попробуем. Убьют так убьют. Еще наберем эти души. Или, если что, даже вернем сюда за ними в следующей серии, когда я сяду. Так. Я уже слышу. Кого-то я слышу. Ну ладно, пока что никого не видать. Да подожди, откуда ты взялся? А, ты там? Ну ладно, там и тусуй пока. Так, отсюда мы можем спрыгнуть вниз, но, скорее всего, убьемся. Отсюда мы можем спрыгнуть вниз и, скорее всего, не убьемся. Но при этом мы вернемся туда, где у нас были крыски, где мы взяли броню ассасина. Это на что? Тут мы еще, по-моему, не были. А, нет, были, просто ничего хорошего нет. Ой, ну ладно, хрен с ними. Короче говоря, так долго можно бродить. Ой, это что это там такое? Ну-ка, подожди. Офигеть, это что такое? Оно шевелится еще. О, блин, хорошо, что я туда не пошел. Прямо в дворе, похоже, тусуется. Так, ладно. У нас никого и ничего. Прыгаем аккуратно. И возвращаемся, пожалуй, все-таки назад. Ну их нафиг. По сути, вот они, я думаю, где-то тут. Вот эти ворота. У-у-у. Блин, да там офигеть, что творится. Ладно, с этим совсем мы будем разбираться в следующей серии. Слишком уж. Слишком много всякой пакости. Фу. Короче говоря, в принципе, ладно, на этом завершим эту серию. Надеюсь, вам понравилось, потому что эта локация что-то мне доставляет. Она очень, опять же, продуманная, очень много подходов, всяких срезов. Именно за это я и люблю Dark Souls, за продуманность уровней. Ну, я не только за это, конечно, люблю, но за эту игру нужно уважать ее дизайнеров. Могу сказать, что с темными призраками мне вообще не везет. Они меня убивают практически все. С последним я чисто думаю, я по своей вине, не как с предыдущими, что там из-за невыгодной позиции.
А тут чисто из-за того, что просто не смог с ним драться. Сам по себе просрал, короче говоря. Постараюсь реабилитироваться в скором времени. Эти сволочи у меня еще поплачут. Короче говоря, увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. We'll be right back.